эта щетка очень удобна для умывания. Вот из всех, которые я пробовала, классно очищает. Видите, у меня уже все грязненькое. Сори за это, потому что не новая. И потом я меняю насадочку и делаю массаж уже лица. Тем самым сгоняю отеки и наношу потом мейк. Какой сегодня у меня лук. Как бы не зайчик. Я бы не работаю. Серьги от MBS Fashion очень красивые. Смотрите, какие переливаются. Мой любимый комплект. Юбка и блузка. Можно носить как отдельно, так же и вместе получается платье. И очень мне нравится вот этот лук. Из эко-кожи юбочка. Что можно делать во время пробки? Только слушать музыку в машине и мечтать куда-то доехать поесть. Мало знал о вас, знал, что вы жена футболиста, это все, что я знал о вас. Говорил о ситуации, да, конечно, здесь было мое предвзятое мнение, и я, наверное, все-таки живу стереотипами, но основал свое мнение только на том видео, которое вы выложили у себя в Инстаграме. Поэтому я не знаю ситуацию, какая была на самом деле. Судя по тому видео, я сделал вывод, что вы были неправы. Это вот моя точка зрения. Прошу прощения, что не подготовился. Не затарились, что мы сегодня купили. Мы сегодня купили хлебопечь, дети просили, вафельницу дети попросили, естественный фен. Все хвалят фен, отборка. Если у кого есть, говорите, я вам сейчас его покажу. Дальше здесь у нас кофе, по-моему, машина. Я думаю, что кофемашина – это естественно, только должно быть отборк. Ну, в общем, сейчас делаю много. Обновили. Вот такой вот увлажнитель воздуха мы выбрали. Попробую, расскажу вам. Тём, я специально открыла, я уже посмотрела. Но знаешь, что ты будешь счастлив. Открывай, вы это долго ждали. Наконец-то мы вам взяли. Вафельницу. Ну что, тебе завтра сделаем на завтрак? Конечно. Дети обожают. Причем так быстро это все делается. Делается тесто сюда, оно заливается, закрывается, и вафли готовы. И они очень вкусные. Блендер для моих смузи. Я сажусь сейчас же на диету. Буду на завтрак делать их и с вами делиться. Вот мой фен. Я его видела у подруги, мне безумно он понравился. Мощный поток воздуха, быстро сушит волосы. Буду пробовать. А, помнишь, мы хотели хлеб домашний печь? С йогуртом, вот. Наш хлебопечь. Ну все, теперь будем баловаться с детьми, смотрите наш рецепт. Я уже сейчас начинаю пробовать кофемашину. Мне говорят, чтобы я почитала инструкцию, но инструкция для слабаков. Я и так сейчас все разберусь. Быстренько. Сейчас сделаю вам капучинку всем. Логика. Что здесь? Сюда вода. Сюда вода. Это 100%. Ну, сюда капсулы. Это, наверное, взбивать молоко. Ну, а говорят, разбираться надо. Все уже, все сделал. Интересно посмотреть, как я разбираюсь с техникой. Вот смотрите, уже залила воду, включила. Итак, вот тут я все жесткость воды определить. Не могу найти этот тест. В общем, уровень жесткости воды я проверю на глаз. Сделаем средний. Маша, ничего там больше нет, Маша. Угу. Все, нормально, сойдет. Средняя вода у нас жесткость, ничего страшного. Мы выбираем, что будем пить. Итак, что-то не очень крепкое на ночь. Позже выпьем. Наливаем молоко детское. Немного. Так.
ставим кувшин. Сделали. Дальше. Уже опустила я. Что дальше делать? Что он от меня хочет? Оставь. Так, получилось. Теперь осталось с молоком разобраться. В общем, ничего у меня не получилось. Это был этап очистки. Зря капсулу использовала. Очистилась. Теперь я заново пробую. Собралась. Я надеялась.